7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня два кусочка хлеба, тоненьких, беленьких, мяско, филе куриное, запеченное в фольге в специях. Это очень вкусное мяско, я обожаю его. Это лучше любой колбасы, полезнее. Сверху я вчера варил ткемали, и у меня остались чуть-чуть, и я уже пробую свежие ткемали. Тоже обалденно вкусный и полезный соус, который вы сделать сами можете, а не покупать в магазине. Три оливочки пополам я разрезал, укропчиком украсил, бурьянчиком, и чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 9.30, мой перекус. У меня сегодня запеканка со сливами. Сверху немножечко сгущенкой полил домашней. Чашечка черного кофе натурального. 14.00. На обед у меня сегодня пицца собственного приготовления из лаваша. Рецепт есть на втором канале, делается очень легко и быстро. Посмотрите, какая сытная, красивая, вкусная. У меня здесь получается пол лаваша. Это расчетные порции, так что абсолютно безопасно. Ее можно, вот этот кусочек есть, на ужин, на завтрак, когда угодно. Тут потому что всего 30, ну плюс 5, там 35 грамм углеводов, если кто пересчитает, можете посчитать, сколько там в половине лаваша, 30-35, все, а тут дальше филе куриное, нет углеводов, помидоры, сколько-то, два кусочка тоненьких помидоры, морковка, по-одесски сделана, зелень, оливки, сыр, немножко ткемали я добавил, чтобы, ну все, абсолютно ничего страшного, безопасная пицца, кушайте, делайте сами, очень вкусно, рекомендую. 18.00, на ужин у меня сегодня перчик, фаршированный булгуром и фаршем куриным, помидорки, желтая микадо, сверху творог со сметанкой, чесночком, укропчиком. Ребят, это очень вкусно. Немножко притираю я сулугуни. Он солененький. Классный вкус получается. И бурячок с хреном, с тыквенными семками. Такая красивая, вкусная, полезная тарелочка. 21.00. Мой вечерний перекус. Вот такие раз, два, три, четыре, пять маленьких слив и один персик. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похода. Нас на ютубе под хэштегом жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.